По печальной традиции, основным местом недостойного поведения людей служит зона отдыха «Город сказок». Во время отдыха горожан камеры видеонаблюдения фиксируют порчу городского имущества безответственными гражданами, сломанные мангалы, беседки, заборы, скамейки, топиарные фигуры, разбросанный мусор, надписи. На этой неделе объективы камер безопасного города зафиксировали следующую картину. Ограждение пирса, сделанное специально, чтобы люди не прыгали с него, помешало молодым людям выполнять акробатические прыжки в воду в запрещенном месте, и они предпочли отставить его в сторону и продолжали, рискуя своим здоровьем, прыгать в воду. Проблема халатного отношения затрагивает и детские спортивные площадки. В результате вандальных действий повреждают малые архитектурные формы, ломают скамейки, винтовые горки, ограждения площадок, сиденья качелей, срывают резиновые покрытия. Компания МБУ «Электрогорск» осуществляет техническое обслуживание площадок путем регулярных визуальных осмотров, что позволяет вовремя обнаружить неисправности оборудования и выявить акты вандализма. В случае порчи качелей или лавочек организация обязана произвести ремонт за средства городского бюджета. Непригодные и опасные для здоровья элементы незамедлительно демонтируются. Но одно дело – изношенность элементов со временем, а совсем другое – когда к этому прикладывают руки нерадивые жители. Вот и получается замкнутый круг. Качели отремонтировали, через день сломали, доски на скамейке покрасили, а на них нарисовали. Термоусадку на качелях восстановили, сорвали. Но кого же в этом винить? Мы осуществляем контроль в ежедневном режиме оцифровки территорий, ремонт, составляем план работ по каждой площадке. Мы владеем 99% ситуации по тем моментам, которые нужно устранить. Мне печально осознавать то, что те вещи, которые мы восстанавливаем через какое-то время, допустим, через день-два, приходится восстанавливать заново. Город у нас прекрасный и красивый, но из-за таких моментов, очень неприятных, он превращается, относительно детских площадок, конечно, в не очень красивое зрелище. Теперь подумайте, родители, над поведением своих детей, над воспитанием своих детей, потому что дети, все-таки это дети, мы все были детьми, что-то ломали, где-то бегали, а к родителям, честно скажу, очень много вопросов. Хочется напомнить жителям, что все элементы благоустройства, созданные в нашем городе, должны эксплуатироваться и использоваться по назначению.